Всем привет! Сейчас я покажу очень вкусный рецепт пампушки с сыром. Я взяла упаковку вот таких вот булочек. Здесь получается 6 булочек, и каждую булочку разделю на 4 части. Вот столько маленьких булочек у меня получилось, и сейчас я их уложу в чашку. Теперь добавляю немного оливкового масла. Добавляю 100 грамм тертого сыра. Сушеный чеснок немного, специи по желанию вкусу и хорошо все перемешиваю. В холодную емкость 3,5 литра на 24 сантиметра диаметром уложила пергаментную бумагу и теперь укладываю булочки. Все хорошо распределила по дну кастрюльки, теперь будем выпекать. Поставила кастрюльку на плиту, закрываю крышкой, плиту включаю на двойку и ставлю сторож на программу мяса. Сигнал. Выключаю плиту на ноль. Выключаю сторож. Сейчас переставлю кастрюльку в крышку и переверну плиту. Включаю плиту на первую полоску, на единичку. И на стороже ставлю время. На плюсик нажимаю. Высвечивается 10 минут. Будем печь булочки. Сигнал. Выключаю плиту на ноль. Выключаю сторож. И смотрим, что получилось. Вот так все красиво запеклось. Я сейчас еще раз переверну плиту и дам постоять минут 5-10 под выключенной плитой. На стороже можно засекать время, нажимая на плюсик, загорается 10 минут. На серединочку высвечивается колокольчик, это наш таймер. Вот так красиво запекся сыр, запах стоит обалденный. Вот так вот тянется сыр, такая красота мне получилась.